Качество школьного образования в Ярославской области на высоком уровне. Такую оценку областным учебным учреждениям дали сами учащиеся и их родители. Опрос проходил анонимно. Респондентам, а их было около 70 тысяч, предлагали оценить качество образовательных услуг, компетентность педагогического состава, материально-техническую базу образовательного учреждения и многое другое. Больше 80% опрошенных по всем предлагаемым в опросе критериям довольны своим учебным заведением и готовы порекомендовать его другим детям и родителям. Наибольшее, например, какие-то, может быть, вопросы вызывают такой показатель, как информационная открытость. Потому что особенно в сельской местности был ряд школ, которые высказали, что на сайтах школ, на сайтах структур образования недостаточно информации. Мы видим и те болевые точки, те вопросы, те задачи, которые необходимо сейчас решать. И планируем в настоящее время работу очень серьезную по анализу данных результатов и работе совместной с муниципальными органами управления образованием, с руководителями образовательных организаций.